Заглох. Мы проводим достаточно интересный эксперимент. Мы выращиваем волков, прирученных волков, и просто наблюдаем за ними. Для этого каждый день мы открываем вольер, в котором они у нас живут. Они из этого вольера выходят. И дальше мы просто остаемся в течение там нескольких часов в лесу. И это как раз позволяет увидеть то, что никак по-другому наблюдать нельзя. То есть, скажем, волк – зверь скрытный, и обычно он видит человека раньше, чем человек успевает увидеть его, и успевает спрятаться, надежно спрятаться или убежать, уйти. И поэтому вот за многие годы полевой работы в лесу с дикими волками удавалось волков встречать очень-очень редко. Ну, может быть, 2-3 случая в год. И, как правило, все эти встречи носили такой кратковременный характер, продолжались на протяжении нескольких секунд, максимум нескольких минут. Вот. Естественно, на основании таких очень коротких наблюдений ничего нельзя сказать об этом звере. И для того, чтобы лучше понять его, мы просто решили щенков, маленьких щенков, приручать. И дальше, когда они нас не боятся и даже, я бы сказал, больше перестают вообще воспринимать или реагировать как-то на нас, вот, мы просто уже начинаем повторяться, уходим в лес и там, ну, выбираем место, которое нам нравится, сидим и смотрим, чем волки занимаются. Вот. То есть примерно так. А я только что хотела спросить, как вы прогулялись там в лесу? Ку-ку. Смотри-ка.
Меня зовут Летисия, я француженка, я очень люблю воль. Я работаю с вольками. Я как биолог. Здесь это деревня Белькова, это где я живу, это моя дома. В лесу есть большой вольер, где у нас сейчас есть 6 вольчат, и я каждый день иду туда и каждый день гуляю просто в лесу с вольками. Да, потому что это маленькие вольки, они без родителей. И мы хотим знать, ну, какие лучшие методики для реабилитации. Значит, когда я гуляю с ними, я смотрю, что они, например, что они едят, как они discover территории, и если они после один год, если они могут сами жить. Биостанция есть волонтер про медведей и про волков. И вот. Потом я спросила Володя, если я могу опять в России работать и для университета. И он сказал да. Подожди, подожди. Тарис! Я уже жила здесь 2 года, и для диссертации точно еще 3 года, но я... Еще 3 года? Да. Но я совсем хочу жить здесь. Здесь, в России? Да. То есть остаться? Да. Понятно. Можно еще смазывать яйцо, но они... Разница в том, что щенки волков, у которых есть нормальный папа и мама, нормальные родители, они очень быстро обучаются от своих родителей тому, что родители умеют. А мы же своим волкам или щенкам, которых мы выращиваем, такую возможность дать не можем, и поэтому они должны научиться всему сами. Пожалуй, вот этот вот процесс самостоятельного обучения, или, можно сказать, адаптации щенков к дикой природе, он и представляет особый интерес, и изучить его или понять можно только наблюдая сотни или, может быть, даже тысячи часов. Многое, что люди думают или знают о волках, оказывается не совсем так.
скажем, волки не так много едят, как мы о них думаем. И вот волки могут запасать пищу впрок. То есть они едят, могут многократно подходить к лосю, съедать какую-то, ну, какое-то определенное количество, отходить, потом прятать это мясо, отрыгивать, возвращаться снова. Вот по моим работам можно сказать, что килограмм мяса для одного волка в среднем в день больше, чем достаточно. А если, скажем, при каких-то суровых условиях, в которые волки могут попасть, ну, скажем, в условиях бескормницы, они могут оставаться без еды 2 или даже 3 недели. Или, скажем, обходиться совсем небольшим количеством мяса, скажем, килограмм-полтора мяса на неделю. Волки знают о присутствии человека, поскольку человек ведет себя очень шумно в лесу. Но при этом, скажем, они могут отслеживать перемещение человека по территории, если он близко к ним, ну, или слишком близко к ним. Но при этом, скажем, в моем представлении волки не воспринимают человека как потенциальную жертву, как объект охоты. То есть, в принципе, любой зверь, которому больше года, ну, даже годовалый или двухлетний волк, физически в состоянии убить любого человека, но при этом человек не воспринимается волками как объект охоты. То есть волки не охотятся на человека, как на другие виды. Вот они отдохнут, и будем есть. В Франции есть немножко волки, но есть тоже проблемы между людьми и волками. Местные люди, как ни странно, не так боятся волков, как люди тех, может быть, стран или территорий, где волка нет. Связано это, может быть, с тем, что человек просто привыкает к опасности, хотя я бы никогда не сказал, что волк опасен для человека.